Привет, и с вами снова я, Владимир Калиновский. Мой сегодняшний субботний день не отличается, как обычно, от моего субботнего дня. Единственное, сегодня он начинается с того, что мы делаем доставку воздушных шаров молодому человеку, который стал папой. Буквально через несколько мгновений я уже подъеду к складу, где мы натуем воздушные шары, и повезем их счастливому папаше. А после этого поедем на мероприятие. Но единственное, нужно будет заскочить, как вы уже знаете, к великой Диляре, которая сделает из меня настоящего ведущего. Итак, картинка за моей спиной изменилась, и в данный момент мы уже мчимся отвезти воздушные шары, но немножечко, конечно же, о сегодняшнем дне. Он прекрасен. Поехали. Большой. Буквально через несколько дней мы будем снимать Love Story в Крыму для двух пар. И хотелось бы, чтобы как можно больше было просмотров, как можно больше было подписчиков, поэтому не стесняйтесь. Вот, пока я еду, я вам пою. Давай, поехали! Грустные сидят какие-то. Грустные, ну ладно. Пойду танцпол проверю, пока нет никого. Дамы и господа, дорогие друзья, и сейчас 22.09, 2 градуса за бортом, и мы движемся домой. Хорошее настроение было подарено нескольким десяткам людей, и я думаю, то, что это, конечно же, означает только одно, что сегодняшний день прошел не зря. И я его чуть-чуть показал вам. Чуть-чуть. А вот так вот.